Спасибо большое. Губы делала год назад, крайний раз. Спасибо. Мне не нравятся такие места. Вот, все. Я с Алматы. Заски я понимаю, мы свободно на нем не разговариваем. У нас сейчас солнечно. Зачем так за контур выходить? Я не выходила за контур. Ой, что я сделала? Эффект ресниц не знаю, но вроде это был C-изгиб. У меня нет фильтров, ребят. Рост 160. Да, сестру жду. Нет, татуировку не хочу. Да, у меня есть близняшка. Кто цветочки подарил? Вам все скажи. Честно, я не знаю, я не осуждаю людей, но я не понимаю, как можно обсуждать свою личную жизнь просто в эфирах прямых. Или какие-то драмы обсуждать. Личное и непубличное. Вот-вот. И политику тоже, и религию. Прям такие вопросы не понимаю вообще в эфирах. В принципе, с малознакомыми людьми такие вещи не обсуждаю. Ваши цветы ли они мои? Тон Шанель сегодня. Вроде здоровый взгляд на жизнь. Большое спасибо большое. Спасибо за комплименты. Аня, у тебя 40 минут. Тоналка не скатывается? Нет. Мне 18. Сколько уже веду эфир? Мне казалось, что дольше. Я всего 30 минут веду эфир. Я сейчас нигде не учусь. У меня гэп. Выглядите на 16. Сочту за комплимент. Планы на день. У нас уже вечер, я сейчас пойду гулять. Вот. Я слышала, что хотят отменить никап. Вот. А насчет хиджаба вроде же не отменяют. Глаза, спасибо большое. Вроде говорится не кяп. Всем привет. Никях — это другое. Или... Ладно, все, давайте закроем тему. Никах. Всем привет.
Да, я уже все тоже не буду ничего обсуждать. Спасибо большое, безумно приятно читать такие комментарии. У меня нормальный свет? Или уже темно? Вы бы знали, как жду. Ой, спасибо большое, как мило. Все, ребят, давайте закроем тему религии. Хочется посмотреть вашу косметику, чтобы так выглядеть. Как-нибудь сделаю обзор. Вы можете спросить у меня несколько продуктов, какие вас интересуют, я отвечу. Чем пользуюсь? Потому что если я буду рассказывать все этапы своего макияжа, это будет очень долго. Ой, куда я нажала? Вот, тоже согласна, эта тема не для ТикТок. Реально очень красиво, ты спасибо большое. Я в основном читаю психологию. И про религию книги читаю. Тональная основа сегодня Шанель.